Всем привет! Новый обзор покупок, предновогодний уже. Так, вот такую покупали зелень. Здесь лук, петрушка и укроп на бутерброды с рыбой и икрой. Так, зелень стоила 22,70. Так, мы взяли по акции вот такое мартини ВТБ. 235 оно за 0,75. Вот такая бутылочка. Его не сильно разбирали, так как для многих оно все равно дорогое. Так, еще взяли вот такие конфеты по акции. Вечерний Киев Рошен. Вот такая коробочка. Праздничная, новогодняя. Так. Стоили конфеты 78,90. Дальше. Я забрала последние две упаковки вот таких вот рушников, полотенец бумажных, своя линия. Они обновили дизайн. Выглядит теперь более стильно, так скажем. Я ими лицо вытираю. Ну, короче, сейчас они в скидке по 16,90. Так, дальше. Что дальше? Взяли вот такие грибочки тоже в акции. Вот опеньки, как сказать на русском. Опята, своя линия, 530 грамм. Вот такая баночка. Так, они стоили 49,90. Дальше взяли еще вот такую вот колбасу до пюрешки. Так. Это на оливье. Колбаса стоила 39,60. Еще на бутерброды взяли вот такую вот семгу Норвен. Слабосоленую. Кстати, производят эту рыбу. Ну как, да, производят выробник мисто Бориспиль. Наш город. Так. Там еще была форель. Эта семга стоила 109,90. Еще что мы взяли еще? Так. Вот такой вот сыр русский Маздам. Так, сыр стоил 32,11 с карточкой Райфайзен. Так, что еще? Вот такую намазку взяла. Она стоила 26,51 с карточкой. Еще майонез на оливье 21,76 с карточкой. Так, что еще? Горчица 7,51 со скидкой. Так, дальше. Вот такие вот конфетки дроже миндаль в молочном шоколаде от Любимов. Они сейчас тоже в скидке. И стоили они 27,84 со скидкой. Еще докупила вот такой виноград сушеный, кишмиш, своя линия. Так, виноград стоил изюм 15,11 со скидкой. Еще взяли для бутербродов вот такое масло хорошее, 82% жирности, делюкс. Так, сливочное масло стоило 47,41 со скидкой. Так. Еще в магазине Траш взяли две бутылки вот такой воды Бювет сильно газированной. Она там по 9, по-моему, гривен. Еще взяли в магазине Фора вот такую колбаску салями, банкетное мясо Вита. Так, и что еще? В магазине Траш взяли еще такую банкетную грудинку. Не, буженина украинская. Вот кусочек. И вот такой голландский сыр. Здесь 180 грамм. Ферма. И еще взяли вот такой журавлиный клюквенный соус до птицы. Это до курицы гриль у нас будет. Кто пробовал такой соус, никогда не пробовала, напишите, вкусный или нет. Так, еще докупили вот такие елочные
шарики. Это в форе. Они стоят 34,90. Стоили. Ну, там еще есть вот такие в стиле тигра. Так, еще взяли в форе пакетик на шпажке. Мне надо будет розовый виноград. 25,25 за килограмм 79,90. Взяли для икры и рыбы, решили тостовый хлеб будем нарезать. Так, хлеб тостовый обошелся в сколько? 20,50. Еще взяли там сейчас в ВТБ акции на соки Сандора. Вот такой взяли с манго. Он стоил так 24,30. Что еще? Еще в АТБ взяли пакет мандарин. Мандарины почему? 19,94 за килограмм 35,99. Еще в АТБ взяли такие мужские носки теплые. Так, они стоили 15,90. И еще что мы еще докупили? Так. И еще мы докупили в форе вот такое маренго. Полусухое шампанское. У нас есть это мартини сладкое. Есть фрагалина. Полусладкое и теперь полусухое. Еще там такое было розовое. И забрала последнюю сегодня. У нас какое число? 30-е уже, завтра Новый год. Забрала последнюю курицу гриль на стол. Вот такая вот большая. Она обошлась 179,37, а за килограмм 119,90. Все. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем до новых видео. Всем пока.